Двое под одним зонтом, бредущие под каплями весеннего дождя. Они даже не думают прибавить шаг. Им хорошо и свободно, просто и легко. Момент единства человека и улочек родного города. Любовь. Любовь во всем. В тихой пешей прогулке, в каплях дождя, в утреннем солнце, в игривых красках, бликах, листве под ногами. Здесь все так знакомо, по-детски понятно. Вот ты, совсем маленький, а вот идет твоя мама, такая молодая и красивая. А вокруг все родное и дорогое сердцу. Кажется, что сейчас повернешь за угол старого дома, и там навстречу, несмотря на то, что прошли десятки лет, к тебе прибегут твои друзья, вовлекая в новую авантюру. Два взгляда, мужской и женский. Они неразделимы с момента сотворения мира. Творческий роман двух художников, влюбленных в свой город. Любовь к городу и, ну, как видите, в течение уже 19 лет пишу на эту тему, не надоедает, нахожу новые сюжеты, новые настроения. И даже если один и тот же мотив где-то, скажем, повторяется, то он в разном настроении. Его видишь разными глазами, и, ну, что-то цепляет их, и хочется писать и снова, и снова. Трепет и сопереживание, соучастие и вовлечение, безграничная любовь к месту твоего детства, твоей первой любви, вихрю романтических чувств. Красота тихих улочек манит игрой солнечного света, увлекает гостей города, заставляя прирасти душой. Об этом и о многом другом со зрителями говорят представленные на выставке работы. Я скажу честно, вот тысячи лет, вот мы этот год проходим по знаку тысячелетия, вроде огромный срок такой, но эта выставка, она показала, что город, он не только город истории, но это и современный город, он развивается. И для меня вот ощущение, что еще раз я для себя понял, что город стал для меня родной. Солнечным светом и любовью к нашему городу пронизано каждое полотно. Благодарностью и сердечной привязанностью одаривают работы своего зрителя. Тесная взаимосвязь художника и посетителей сплетается воедино. Здесь прошла моя первая выставка и все последующие первые пленэры. Все мое художественное окружение, все, в общем-то, связано с Брестом. Поэтому я очень рада, что эта выставка состоялась в этом году, в честь тысячелетия, и не в какой-то галерее, а в музее. Это очень, очень приятно, очень радостно. Прекрасной возможностью очутиться в уголках своей памяти дает посещение выставки. Ностальгические моменты и современные реалии – все собрано здесь. Приходите и наслаждайтесь художественным тандемом прошлого и настоящего.